Друзья мои, всем привет! Стабилизатор напряжения. Для чего нужен стабилизатор напряжения? Для того, чтобы вся ваша техника, которая потребляет электроэнергию, в случае непредвиденных скачков сохранила свою работоспособность. То есть стабилизатор напряжения – это предохранитель, который защищает вашу технику, и с ней ничего не произойдет. Не всем, конечно, нужно устанавливать стабилизатор напряжения, но если он будет, лишним не будет. Как можно проверить? Вы просто подключаете мультиметр к своей розетке и следите за тем, как скачет напряжение. Если скачки небольшие, то в принципе можно обойтись и без него. Но если скачки бывают очень большие, то я думаю, стоит задуматься о том, чтобы установить себе стабилизатор напряжения. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить новые полезные советы. Всем добра!